пані та панове. У сьогоднішньому концерті прозвучають симфонічні твори, які представлять музичну культуру різних полюсів Європи – Фінляндії, Іспанії, Німеччини. За декілька хвилин ви познайомитесь з маестро, який завітав до нас з Німеччини – це диригент Клаус Бауер, який сказав: «Чернівці – це місто, яке є найбільш східною частиною Західної Європи, з її давніми традиціями австрійської музичної культури». У цьому ракурсі, дорогі друзі, мені дуже приємно озвучити той цікавий історичний факт, що після відкриття всесвітньо відомої будівлі музичного товариства «Музикферайн» у Відні пройшло лише 7 років, і у 1877 році був збудований «Музикферайн» в Чернівцях – будівля, концертний зал, який став осередком, центром класичної музики на Буковині. Тож, саме цього року ми відзначаємо ювілей – 140 років «Музикферайн» в Чернівцях, храму музики, який ми сьогодні іменуємо Чернівецькою філармонією. Перш ніж ми розпочнемо концертну програму, я з трепетом і шаною запрошую на сцену людину, яка є автором ідеї проведення сьогоднішнього концертного вечора. Наша землячка, яка з 1980 року проживає у Франкфурті на Майні, Лідія Бернардівна Горн. Я звичайно раді, що ви сьогодні з нами, і я з приємністю передаю вам слово. Добрый вечер, мои дорогие друзья, мои земляки. Я, конечно, очень волнуюсь сегодня, потому что я в 5-6 лет вышла на эту сцену с маленькой скрипкой, и у меня вот это волнение осталось еще вот именно теперь. Почему я вышла сейчас? Потому что в свое время я показала скульптуры моего папы, который здесь прожил, можно сказать, всю жизнь. И Иосиф Иосифович, увидев эти скульптуры, сказал: они же звучат музыкой. Можешь показать этот фильм и можешь немножечко рассказать о своем папе. И теперь, если вы мне разрешите, я коротко расскажу биографию этого скульптора, человека, который действительно, можно сказать, вырос из Буковины и пронес эту любовь через всю свою жизнь. Родился он в 1909 году в селе Хильча, Панила Петгорны, в семье лесничего, управляющего. Это было 8 детей, и он единственный из всей семьи вышел как художник, скульптор. Любовь Карпатам, к лесу, к дереву, он пройдет всю свою творческую жизнь, через всю свою жизнь. В молодости до войны он женился в Черновцы, он переехал к моей маме в Черновцы, на Русскую улицу 62, и работал все время, он делал свои скульптуры и выставлялся среди молодых художников и скульпторов. Было очень интересное молодежное движение, которое было связано с Веной, с Парижем. И в свое время, даже до войны, он встречался с Паулем Целяном, с Розой Ауслендером и его другом Бено Бруном. Я забыла даже, как его точно зовут, этот знаменитый скульптор, который очень много прожил в Париже и потом и в Нью-Йорке. Во время войны он работал на Урале в киностудии. Вступив там в союз художников, после войны он вернулся сюда, к маме, и работал, выставлялся очень много. И все время у него были очень много и монументальные скульптуры по заказу, и он для себя тоже очень много работал. В 80-м году мы уехали в Берлин, где первым делом, что я должна была сделать, не себе искать работу, а ему ателье, чтобы он дальше работал. Там у него были выставки, и там стоят, украшают
Берлинскую в университете, у него стоит на математическом факультете, стоит у него Макс Планк, знаменитый математик немецкий, и Дитер Бонхёфер, это пастор, священник, который в последние дни войны погиб в лагере, защищая человеческие достоинства, был против фашизма. Это очень интересные две скульптуры, которые стоят в университете в Берлине, в бронзе слитые. В 85-м году я получила место, тяжело получила место в Большом симфоническом оркестре Баден-Бадена. И мы всей семьей переехали туда. Папа там, сначала он был очень недоволен, что он должен был снова переезжать, но потом Баден-Баден – это север Шварцвальда, который очень похож на Карпаты. А до этого было очень интересно. Его пригласили, и он нас взял с собой. Мы прожили целый месяц в доме музея Брамса. И для того, чтобы, потому что он получил заказ, чтобы для музея Брамса сделать бюст Брамса. Чтобы он, и действительно, это настолько интересно, это единственный музей в мире, который посвящен Йоганнесу Брамсу. И стоит эта скульптура его тоже в этом музее. Еще я забыла сказать, что любовь не только к делу и к весу, но и к музыке, потому что первую скрипку, которую вложили мне в руки в 5 лет, была сделана моим отцом. И вот я играла, наверное, целый год на его скрипке, который у меня сейчас висит на стенке, как реликвия памяти о папе. В Бадене он работал, выставлялся. У него было больше, чем 10 лет. В Бадене изумительный есть дом, вот очень такой великолепный дом, «Гостя» называется, «Haus des Kurgastes». И там у него была постоянная выставка с его биографией. И часто он туда приходил и рассказывал о Буковине, о Карпатах, о своем Гильче и о корове Лола, которая выкормила 8 детей. В его ателье приходили постоянно люди и постоянно смотрели, как он работает и как он рассказывает про Буковину. Если можно сказать, что я не знаю, какой бы человек с такой любовью и с такой отдачей рассказывал о своем родном крае. И вот поэтому я считаю, что, будучи тут, как-то было бы совсем неплохо, чтобы показать его работы и рассказать, что я могла рассказать немножко о своем любимом отце. Умер он в 93 года. Полном физическом, хорошем состоянии, правда, у него было Альцгеймер, он уже просто у него было совершенно немножко в голове. Вы знаете, как это все выглядит. И при том, когда он терялся и приходили, его забирала полиция, он мне говорил: «Лидия, ты знаешь, мне было так интересно». Я ему рассказывал, как я рос, я ему рассказывал про Черновцы, про гильчу свою, про коровку свою. Вот эти вот последние годы. Похоронен он в Баден-Бадене. И вот теперь я бы хотела немножечко показать его работы, которые я в свое время сняла просто даже с фотографии. Я подумала, что так-то хотелось бы запечатлеть это все. Спасибо за внимание. Можно сейчас фильм, и я, может быть, что-то буду комментировать к этому фильму. Хорошо. Это его работа «До войны». Thank you.
Это ателье в Баден-Бадене. Это Шопенгауэр, который стоит тоже в Бадене скульптуры. Это Иисус Христос. А эти скульптуры, которые я просила, чтобы он мне делал немножко для декоративно для квартиры, это где-то 88-90 лет ему было. Это копия Родена. Это посвящено ему, его брата, который погиб во время войны. А это Валенберг, знаменитый шведский, это Эйнштейн из дерева. Это черновицкий поэт Ройтман. А это пропавший мир. Самая любимая скульптура. Он себя чувствовал настолько родственной душой к этому поэту Буковины. А это пастор Бонгельфа. Это Богдан Хмельницкий. Это Ницше. Это Лесбинка. И это Ницше тоже. Это Леонардо да Винчи. Это Зигмунд Фройд. А это же Шагал. А это его меценат, доктор Диамант. А это Макс Планк, который стоит в Берлине, в университете. Это Вирхов, Медик. Это Шопенгауэр. Это немецкий поэт Хейгель. Это Шопен. Это Бернстайн, дирижер и композитор. Это Хайнрих Хайн. Это павший солдат. Это тоже Бернстайн. Это Паганини. Когда-то мечтал, чтобы я тоже так играла. А это Шопен.
Спас Ісус і Його скульптури. Много приятных минут с этой чудесной программой, которую вы сейчас услышите. Спасибо.